Всем привет. Время 6:30 утра. Можно на речке. Река Хопёр. Решили сегодня попробовать в черте города. Вот на берегу ЖД моста. Вот смотрите, какая красота здесь. Я сегодня не один, сегодня с Диманом. Будем пробовать опять искать зубастую. Все, вышли на воду. Вон люди еще принимают водные процедуры. Ну, красота, да? Супер красота. Че, прогноз будешь давать, нет? Мы сегодня с рыбой. Все. То есть не на рыбалку, за рыбу, да? Да. Все. Не на рыбалку, за рыбу приехали. Это правильно. Ну туда все, погнали ловить уже. Так, тоже первый заброс. Диман уже ловит. Красивая картина, да? Туманный человек плывет. Человек за бортом. В траве или сошла? Трава. Да, у меня там динарник стоит. Мелко. Есть? О, малыш. Маляк. Малыш. Такие малыши. Ага. На что взял? Да, ну блеснул. Красавец. Ну блеснул взял, женщина, да? Маленький. Ну вот, еще уже все. Счет открыт. Счет открыт. Да вот они тут сидят мелкие. Да, здесь мелкие. Угу. Больших надо. Ага. Очень приятно. Конечно, приятно. Правил вдоль. Вдоль камышей. Не знаю, что-то не пойму. Блин, он сейчас траву заведет. Заведи туда. Маленькая. С травы прям взяла. Привет. Да, ну не маленькая, тебе скажу. Хорошая. Ну, сколько, килошка? Нет? Не-не, грамм 700-800. Не надо. Как раз вот в этот рак надо вместе с этим. Че, с этим кинул? Не отцепилась, да. А вот это? Ну сейчас да, может быть. Сейчас я зацеплю. Да вроде. О, улов. Называется замешкался. Блин, вода какая теплая, молодец. Руки вот греют, да? Зацеп? Да. Что-то там уже деревяхи какие. много травы. О, ребенок. Осторожно. Тихо. Тихо, только не дергайся. Давай, до свидания. Пока, малыши. Но все равно активные, да? И выходы есть, и входы. На воблерок. Нашли послание, как в море. Написано, давай. Наверное, что-нибудь плохое, конечно. Потому что там буква «И» есть. Да? Чисто будет написано, ты умрешь. Эх ты. Так, знаешь, что делаем? Че? Она не достается. Нарисована какая-то. Потом разобьем. Потом на берегу посмотрим. Там. О, есть что-то. Тихо, не брызги камеру. Да подожди, сюда судишься. Работа. Еще одна. Вот это разошлась. Кто там? Щучка маленькая. Малышка. Тихо. Ну, как-то, наверное. Да вот они. Да ты что? Угу. Что все? Да все, вырвал прям полностью. Не, ну он тебя еще нет, чудеса творит твой воблер. Блин, так жалко, маленькая. Ну давай, ладно, что-нибудь есть. Инструмент. Инструмент? Сейчас, наверное, за что-то зацепился. На. Вообще. Второго уже. Это буквально сколько? Минут 15 прошло? 15, ладно, тут буквально 10 метров. Часа два вообще ничего. И сейчас вот вся в траве сидит, короче. Ты зацепился? Там мотор гонит. Рыбоохрана. Есть еще одна. Блин, что как гнет, а? Как гонет, малышка. Вот она, карандаш. Это можно карандаш. Конечно. Смотри, подожди, тихонько. Устроились, да? Ага. Вот на одном месте, да? Вот это да? Вот камыши. Три щуки. Небольшие, правда. Но тем не менее. Давай. Вот такой ратлин сработал. Опять сколько? 3 минуты прошло. 2 часа плавали. Так пресс напрягается. Еще голову помыть-те. Немного решили отдохнуть. В принципе, что уже? Рыбалка, я думаю, сегодня удалась. Щуки радовали поклевками. Небольшие, правда. Больших экземпляров так и не было. Но, тем не менее, маленькие доставили удовольствие. Уже радует, потому что до этого вообще как бы с клевом проблема была. Сейчас уже щука идет, вроде как выходит на поклевки. Это хорошо. Сейчас, наверное, уже потихонечку будем в сторону дома идти. Потому что время уже обед. Уже, в принципе, наловились, устали. Надо идти отдыхать. МЧС России. Опа. 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 Я чуть не разложил, блядь, я перевернули. Красота тихо, блядь. Это вообще, блядь. Тихо, тихо. Я снимаю. Чуть не перевернули. Да я как смотрю, это цунами идет. Когда будут мимо проходить, нам бережно разворачивать. Да ну понятно. Просто мы стояли тогда так. Да, сюда разворачивать. Туда, вход, давай. Задом, лицом, лицом. Да не бойся. Я не боюсь, я просто знаю, что сейчас будет. Нормально. О, вот так, так. Что ты делаешь? Цунами? Да, волны хорошие. Какая-то развлекуха, да? Серьезные волны. Да. Опять малыша. Иди, иди, сейчас отпущу тебя. Малышок. Совсем еще молодой парень. Тебе еще жить да жить. Расти да расти. Давай. Зацепил. Обыграл. 4 Дай. Так, ну что, я думаю, на сегодня уже хватит. Все, наловились. Сейчас поедем домой. В общем, рыбалка сегодня получилась. Мы довольны. Довольны или нет? Очень, очень довольны. Не, на самом деле... Прям порадовали поклевки щук. Ну да, хоть какие, хоть такие, да. Там дальше к осени, может, побольше экземпляры пойдут. Вот. Ну, в общем, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Не забывайте подписываться на канал, комментируйте, ставьте пальцы вверх. До новых рыбалок, всем удачи. Короче говоря, разбили бутылку, в которой было послание. Вот. Так это оно выглядит, послание вот это вот с одной стороны и вот непонятно. А вот самое неожиданное, что может быть написано. Да, что это значит? Хрен знает. Какая-то хрень. Ну я приемный. Все, Диман теперь приемный.